Дума никогда не будет поддерживать людей, потому что она пришла в 2011 году незаконно. Мы все помним те выборы, как рисовали, как фальсифицировали. Они сейчас к этому готовятся. И будет это происходить до тех пор, пока на этой площади будет стоять не 100, не 200, не 300 человек, а 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. И правильно сказали, все волжане. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Люди меня пытаются похитить. Я прошу вызвать сюда скорую. Я уже вызвал скорую, так что ждем. Владимирский централ. Ветер северный. Этапом из Твери. Но немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Быстрый киностриг. Владимирский централ. Ветер северный. Сушите весла, сэр, на кой вам черт богатства? Жизнь коротка, и сколько бы ни съел, наесться впроб не стоит зря стараться. Сушите весла, сэр. Сегодня вся страна находится в таком состоянии, что никого не устраивают те результаты выборов, которые были 4 декабря. И мы прекрасно понимаем, что Волгоград не исключение. Тем более для нас это тоже очень актуально, потому что именно в Дзержинском районе города Волгограда украли у нас 5000 голосов. Сейчас мы обратились и в Генеральную прокуратуру, и в суды волгоградских инстанций для того, чтобы восстановить справедливость. Но основная цель – это действительно честные выборы, это настоящая демократия в России. И мы в Волгограде должны сделать все возможное для того, чтобы такого безобразия больше не повторилось. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Лебинцев. Картошка вся. Наша российская. Точно? А что не написано ничего? Что написано? Видишь? Картофель. Скрывай. Нужно написать чей, откуда лук. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя. Ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Сегодня продовольственная безопасность как никогда актуальна, потому что ту блокаду, которую мы ощущаем, продовольственную, она ощущается на нашем рынке. Пусть сегодня не так существенно, но с течением времени эта проблема будет становиться острее. Хотелось бы, конечно, чтобы больше внимания уделялось собственному сельскому хозяйству страны, с тем, чтобы мы успешно закрыли ту проблематику, которая возникнет по продуктам. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Будем обращаться к прокурору Волгоградской области и будем просить его разобраться с теми средствами СМИ, которые влезли в нашу частную жизнь, которые позволили на всю страну ославить нас, когда мы находились в отпуске. После этой поездки, ну, по крайней мере, из того, что мы привезли, вы увидите результат. И это результат конкретных предложений итальянских фирм, которые совсем скоро приедут к нам. Прославить нас без вины виноватых на всю страну, это, конечно, я думаю, что вы сами понимаете, насколько это ужасно, насколько это неправильно.
будем хором песни петь. К нам приехал губернатор, чтоб на газ посмотреть. Ну почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизни влюбленный. Мелькание дней, скоростей и огней. Кто нам мешает сейчас в условиях одной очереди сделать так, чтобы у меня здесь не было пробки, там не было пробки на второй продольной, здесь у Мамаева кургана вот до этого моста не было пробки? Что мешает мне первую продольную разгрузить? Здесь пусть светофор регулирует. Чё, что светофор? Нельзя повесить? Почему нет? Здесь надо смотреть. Почему? Да нет, смотреть мы научились. Михайловна, в чем проблема? Значит, здесь достаточно интенсивное движение. Не придумайте время... светофор. Вот здесь светофор, ну, вот здесь светофор. Пока заключение по безопасности у меня не будет, поэтому вопрос я сейчас решение принять не смогу по поводу светофора. Угу. По поводу вот этого вопроса, вопросов нет. Да, мы вас и не спрашиваем, это наше полномочие. Мы вас и не спрашиваем. Не надо говорить, что это вы. Отставьте это. Я вам сейчас говорю, вы сделайте область, вот тут повесьте светофор и разгрузите мне первую продоль. Это я без вас сделаю. Я знаю, что потом расскажу, что это вы. Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Если у вас на пороге снегом замело так, что вот как дверь открыть нельзя, то я прошу вас, пожалуйста, обратите внимание. Мы каждых 5 минут уходим, мы не можем, у нас своя работа. Мы вас просим обратить внимание. Мы стараемся, мы всегда отметаем. Обратите, пожалуйста, внимание. Конь да путник, а ли вам не туго, кабы впрячь пути не околеть. Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть? Выки. Все, закрывайте, закрывайте камеру, идите. Посмотрите, вот уже колея какая. Это пока еще не было дождей и грязи. Будет дальше дождь и грязь, мы доброе дело превратили в гадость. Молоко, молоко, убежало молоко. Молоко, молоко, убежала далеко. Первое место по красоте женщин в мире занимает Волгоград. А то. А то.